Друзья, всех с Новым годом! Всем здоровья, всего самого доброго вам и вашим близким. Пусть наступивший 24-й год будет для нас всех добрее, смелее и радостнее. А сегодня вас ожидает обзор из двух магазинов Fix Price города Видное Московской области. Адреса оставлю в описании под видео. Вводили для кухни большое поступление. Первое, что бросилось в глаза, вот такие баночки. Они с такой серебристой поверхностью и завинчивающаяся крышка. Есть надпись, объем 120 мл, цена 39,50. Розетка для варенья объемом 310 мл. Есть крышка и такая ручка в виде капельки. Очень похожи на, вот недавно такие же поступали, но они были малюсенькие. 124 рубля, эти побольше. Еще поступление баночек, здесь уже никаких надписей. Объем 460 мл, также металлические завинчивающиеся крышки. 79 рублей. Кувшин мерный поступил. Пригодится для измерения объема жидкости в миллилитрах, сыпучих продуктов в чашках. Есть эргономичная цветная ручка, объем 900 мл. Цена такого кувшина 79 рублей. Еще одна новинка – набор столовых приборов из нержавеющей стали. Всего 12 предметов. Здесь 4 ложки столовые, 4 чайные и 4 вилочки. Вот такой наборчик. Стоит 299 рублей в упаковочке. Друзья, эта карта не пылится, забытая на полке. Она ежедневно приносит своему владельцу ощутимую выгоду. Нет, это не дебетовая карта, а кредитная Тинькофф Платинум. Почему она в приоритете? Потому что с ней вы получаете кэшбэк до 30% за покупки у партнеров. Пользуйтесь рассрочкой на срок до 12 месяцев без процентов за любые покупки. Одежду, технику, ювелирные изделия и так далее. Бесплатно пополняйте ее наличными или переводом с других карт. За оформление карты подарок, вечное бесплатное обслуживание и кэшбэк 3000 рублей за покупки от 7000 в первый месяц. Переходите по ссылке, она в описании под видео, и заказывайте. Актуальный товар для новогодних праздников. Пробка для шампанского. Прочно закручивается и блокируется. Два цвета на выбор в этом магазине, черный и бежевый. Блокируется хорошо, не пропуская воздух внутрь. Есть на упаковочке инструкция по применению. Приблизительный размер 3,9 на 3,2 см. В составе АБС пластик и силикон. Цена 49,50. Это я уже в другом магазине на улице Булатниковской. Рассматриваю в отделе декора. Здесь столько зелени разные привезли. Это искусственные цветы, но так они смотрятся отлично вообще. Посмотрите, как не отличишь от настоящих. В керамических горшочках суккуленты здесь все еще продаются. Давайте посмотрим, что еще тут есть общей картинкой. Так, это у нас подставка для украшений. Везде уже разобрали эту подставочку. Здесь она еще есть, только в золотистом цвете. Подставочка для украшений в составе сталь. Вот так она выглядит вместе с украшениями. Цена 124 рубля. Нет, черненький тоже есть. Золотистый и черный в наличии. Свечи в наличии. До сих пор еще хороший выбор. Вот кто живет в Видном, подъезжайте. Обязательно что-нибудь подберете. Посмотрите, какие свечи. Здесь и вихрь еще в наличии есть. И чайные. И в стаканчиках стеклянных. И в металлических баночках. И вот этот набор из трех свечей со скидкой 212 рублей. Несколько цветов на выбор. Металлическая рамочка для фотографий или заметок с прищепками. И посмотрите, вот так выглядит в интерьере. Можно какие-то добрые слова описать, поздравления. Рамочка металлическая, размер 30 на 40, цена 249 рублей. Из нового нашла панно с бабочками. Пластмассовая рамочка. Размер 28 на 28 сантиметров, цена 149 рублей, 3 цвета бабочек на выбор. Наиполезнейшая вещь для вашего ноутбука – это подставка. Регулируемый угол наклона позволит придать ноутбуку комфортное положение и обеспечит вентиляцию устройства. Подходит для ноутбуков любых размеров в составе ABS пластик и EVO, цена 299 рублей. Снова в продаже планшет для рисования. Отличный подарок как для ребенка, так и для взрослого.
Здесь и заметки можно оставлять, и зарисовки, бумагу сэкономят, и такая вещь. Удаляет нарисованное с помощью одной кнопки. Имеет удобный стилус с креплением в комплекте. Работает от одной батарейки, которая имеется в комплекте. Цена 249 рублей. Новинка в отделе с бытовой химии – это набор салфеток для черного и цветного белья. Написано «Добавьте при стирке». Напишите в комментариях, кто уже пробовал. Здесь даже есть какие-то красящие пигменты для черного белья. 16 штук, 174 рубля. Очищающие таблетки для сливного бака. Орхидея, хвоя, 69 рублей. БРФ тоже несколько вариантов. 4 штуки, 79 рублей. В хозяйственном отделе появилась сушилка на батарею. Такую уже привозили. И на нее были неплохие отзывы. Цена не указана. Ёршики для унитаза. Выборы: закрытые стаканчики, открытые. А это у нас натяжная сушилка для белья. 2,5 метра. Веревка. Тоже цены нет. Полотенца махровые, хорошие выборы. Вот эти однотонные с сердечками. Розовый и мятный цвет в составе 100% хлопок, 349, 50 на 70 размер. На розовом фоне снежинки еще остались, 349. И с драконами, сейчас мы посмотрим с вами все рисунки. Яркие, красивые, тоже 100% хлопок. Вот такой дракон. И более темный второй вариант. Размер 50 на 70, цена 349 рублей. Обнаружила интересные сумочки. Посмотрите, такой яркий вариант, детский, конечно же. Здесь высота сумки 15 сантиметров, ширина 26, а длина ручек достигает 60 сантиметров. Видите, какой дизайн похож на божью коровку, есть и арбузики. Сумочка с молнией, цена 299 рублей. Для девочек интересные резинки для волос. Бантик и длинные такие полосочки из органзы. Несколько цветов на выбор. Есть белые, розовые, сиреневые. Вот это верх. Так они выглядят. Резинка для волос. Обработано все хорошо. Я думаю, что будет симпатично смотреться. Цена 59 рублей. А рядышком что-то подобное. Резинки с маленькими такими зверушками и длинные цветные прятки. Цена 79 рублей. В этом магазине на улице Булатниковской очень хороший книжный отдел. Забегайте, посмотрите. Не буду комментировать. Посмотрите сами самостоятельно. Новинки я буду показывать вам с описанием. На этом обзор свой заканчиваю. Всем спасибо огромное за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк и подписаться на канал. Всем всего доброго, всего хорошего. До следующего видео.